Так, дорогие друзья, всем привет. В добрый вечер в нашем случае. Так, мы едем к Люсе, к Степе. И сейчас мы поедем в гости в первый раз в новый вольер к Мане и к Тосе. Посмотрим, как они будут себя там вести. Смотри, как она там на высоко. Ой. Сейчас поедем в гости. Понакопали, а? Ну что, наши мальчики и девочки, поедем? Люсечка соскучилась, наверное, по Манечке, да? Новый вольер, сейчас поедем, надо все проверить там, как они себя там чувствуют. Ой. Так. Закрываю. Так, а что это у нас тут за попутчики такие? Люся, она думает, давно не выходили в гости. Люся, Степа, вас этим, как его, бизнес-классом везу. К вашей, к Манечке, к Тосечке. Сначала мы зайдем в вольер, а потом все решим. Да, сначала зайдем, хорошо. Ай, и не жарко, и так хорошо. Чуть-чуть дрожит камера. Едем в далекие края. Люся вырывает. Люся, ты же человек, Люся. Ну, ты же знаешь, что мы едем. Да, едем куда нужно едем. Ты сколько тут прожила уже? Ты тут в парках свои 5 пальцев должна знать. Вот так, дорогие друзья. А Люся на мотоцикле со Степой. Ну где такое увидишь, как не в парке Львов-Тайган? Нигде. Чтобы обезьянка ездила на мотоцикле. Давай, все. Идем. Идем, мы почти приехали. А ты откроешь, да? Да, я открою. Угу. Я смотрю. Я смотрю, нелегкая эта ноша, да? Детишек столько. А ну-ка, обойду. Мордочки. Сейчас еще Маня закричит. Они сколько не виделись уже. Ребят. Тихо. Так, сейчас я буду открывать. Сейчас я засниму. О, все. Все, вон. Вон, что происходит. Маняша моя. Моя полюса. Манечка. Давай. Это мы еще не знаем, как отреагируют соседи. Соседи вот эти. Открываем, открываем. Мои холёсы. Мои зайчики. Опа. О,